Всем привет! Друзья, товарищи, сразу перехожу к делу. Вопрос. Сергей Есенин. Самоубийство или насильственная смерть? Как он ушел из жизни? Покажите тремя картами. Инструмент Ленорман Телема. Кольцо, медведь, коса. На дне колоды лиса. Слушайте внимательно. Медведь, покровительство, власть, сила, символ силы, мощи, смелости и защиты. Если карты рядом с медведем негативные, стоит опасаться своих противников. Они сильны и могущественны. Запугивание, властолюбие и стремление подавлять. Будьте готовы к неблагоприятному исходу и конфликтной ситуации. У нас рядом с медведем коса. Предупреждение о наличии недоброжелателей, которыми руководят зависть и ревность. Совет не распространяться о своих планах и держаться подальше от сомнительных компаний. Медведь. Действие с позиции силы. Авторитарный, чрезмерно опекающий, иногда запугивающий. С большим авторитетом, высокопоставленное лицо. Медведь плюс коса. Агрессивный противник. Человек из силовых органов. Агрессивный, опасный человек. Применение силы. Агрессия и власть. Опасайтесь таких людей. Кольцо. Символ личной и государственной жизни. Отношения, брак, соглашение, обязательства, договор, связь. Любовные или деловые узы. Дружеская договоренность. Дорогая вещь. Подписание контрактов, заключение сделок. Речь может идти и о какой-либо долговой кабале. Принимаем на себя какие-либо обязательства. Требуется в связи с этим ответственность и серьезность. Тесная дружба. Что-то людей связывает, держит вместе. Какое-то связующее звено между партнерами. Кольцо. Замкнутая окружность. Символ вечности. Ограниченность. Скованность. Наручники. Петля. Сковывающий предмет. Его нашли повешенным в петле. Лиса. На дне колоды. Обман. Коварство. Зло и ложь. Тайный враг. Предвещает вражду. Двуличие в отношениях, двойная игра, предатель, измена, опасный, коварный соперник. Ситуации, описываемые этой картой, опасны скрытностью и хитростью. Будьте готовы ко всяким ловушкам. Но это же лиса. Ничего не принимайте на веру. Лиса может символизировать сплетни и воровство. Предупреждает об обмане, тайных недоброжелателях, сплетнях и различных нечестных играх.
кто-то попытается вас надуть или что-то у вас украсть, то, чего не ожидали, заявит о себе внезапно. Лиса всегда коварно действует. Она ж никогда прямо не ходит. Никогда прямо не нападает. Рядом с кольцом один негатив. Лиса, коса недалеко. Лиса плюс кольцо. Лиса плюс кольцо. Нечестный союз, нечестный договор. Невыполнение взятых на себя обязательств. Соглашений, либо какого-то контракта, каких-либо договоренностей. Ложные обещания. Либо кто-то вероломно, коварно пытается заманить вас в ловушку. Непорядочный, вероломный план. Коса. Разрушение, разрыв, проявление жестокости. Со времен Средневековья коса является атрибутом смерти. Рыцарь или старуха с косой всегда являлись аллегорией конца жизненного пути. Коса предвещает большую опасность, острые опасные ситуации. Вы рискуете потерять все: работу, положение, комфорт или значимые отношения. Предупреждает о возможности травм. По косе расторжение контракта, отказ от предложения, провал сделки. Недалеко кольцо, развод, разрыв каких-либо обязательств, соглашений, договоренностей. По карте медведь человек чрезвычайно сильный. И по косе тоже. Суровый, сильный, агрессивный, беспощадный. Быстрая ответная реакция, острый язык, грубый и жестокий. По косе внешность у человека. Правильно сложенная фигура, без полноты. Ладно скроен и крепко сшит. Видимые шрамы на теле. Короткие волосы, иногда ежик. Кольцо плюс медведь. Надежный, верный, сильный партнер, покровитель, поклонник. Ну и или не буду об этом говорить. Вы поняли. Короче, спутник по жизни. Ну, это по-любому. Кольцо медведь — это по-любому отношение. Партнерство, единство с каким-то сильным, преданным, солидным человеком. Смотрите, друзья, товарищи, по этим картам однозначное убийство. Скорее всего, убийц было двое или вообще один. Медведь плюс коса. Но могу и ошибаться. Медведь большой, сильный, с широкими плечами. Коса. Опасный, как бритва. Наверняка убивал раньше и не раз. Либо это один и тот же человек. По какой причине устранили? Кто-то кого-то пытался кинуть или развести. Обмануть, предать, измена, коварство, кидок какой-то. Что-то пообещал сделать, не сделал. Нарушил какую-то договоренность. Двуличие в отношении. И вашим, и нашим. И, возможно, еще кому-нибудь. Вот и все.
У Есенина однозначно были очень сильные покровители во власти, по медведю. Оттуда прилетело. Исполнитель, или их двое было, явно из силовых органов. Явно из силовых органов. Коса. Агрессивный, опасный, сильный человек. У него должны быть видимые шрамы на теле. По косе правильно сложенная фигура. Без полноты. Ладно, скроен и крепко сшит. Крепко сшит. Вот такая почему-то пошла информация. Видимые шрамы, короткие волосы, иногда ежик. Смотрите, в чем 100% уверенность? Убийство. 100% уверенность. Покровитель из власти. 100% уверенность. Двуличие в отношениях. 100% уверенность. Исполнитель из силовых органов. Либо их двое было. 100% уверенность. Все. Какие-либо мелкие детали могут и не выстрелить в десятку. А в этом 100% уверенность. Убийство, покровитель из власти, двуличие в отношениях, исполнитель, или их двое было, из силовых органов. В этом 100% уверенность. Тогда было сложное время, многих устраняли. А Есенин, друзья, товарищи, он был такой озорной гуляка, ветреный, да еще и сторонник потребительских отношений. Потребительских отношений. Об этом карты и говорят. На Таро этот вопрос даже смотреть не стану. Карты Ленорман четко дали мне ответ. Четко. Лиса. Зло. Кольцо. Отношения. Медведь. Сила. Коса. Разрушение. Реальная опасность. Конфликтная ситуация. Острая, как бритва. Проявление жестокости. Даже если вы любитель, новичок, делайте только свои первые неуверенные шаги в изучении Таро, вам карты покажут то же самое. Насильственная смерть. Попробуйте, убедитесь в этом лично. Сделайте расклад. Вопрос задайте тот же самый. Меня часто спрашивают, как проверить, показывают мне карты правду или нет. Говорят они со мной или нет. Ну вот, попробуйте. Вопрос задайте тот же самый. Сергей Есенин, самоубийство или насильственная смерть? Как он ушел из жизни? Покажите тремя картами. Колоду обязательно переверните, посмотрите, какая там карта. Ее тоже подключите к раскладу. Комментарии открыты. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо, друзья.